чего Создатель сотворил Вселенную, полную несовершенства, страданий, грехов. Лучшие умы, как на небесах, так и в аду, называют этот вопрос загадкой скорби. Если грех сам по себе часть высшего замысла, разве тогда он по своему определению не божественен? Вопрос для мудрейших. Но были и те, кто особенно неутомимо и страстно желал ответить на него. Нефилимы. Из чадия ангелов и демонов. Воины. Они были жестоки, неумолимы, кровожадны. Пока их не предали четверо их же собратьев. Война, смерть, ярость и раздор. Четыре всадника апокалипсиса. Этих предателей одарили невероятной мощью те, кто поклялся поддерживать равновесие между порядком и хаосом. Обугленный совет. Станьте же свидетелями того, как совет готовится окончить войну нефилимов во имя равновесия. Таков новый договор. Война, лошадый всемирного пожара, ты воплощение всей боли мира. Смерть, темная душа вечности, ты несешь лишь тлен, ты отрицание жизни. Раздор, бескрайний дух вечной смуты. Ты — тревога и муки смятения, что терзают сердца смертных созданий. И, наконец, ярость, ужасающие орудие гнева. Ты — та машина, что... Мы тут что, для пустых церемоний или для битв? Выйди же вперед и приветствуй нас, всадник! Ты самая нетерпеливая среди собратьев. Самая непредсказуемая из них. Ты танцуешь на грани собственной реальности. Твои братья понимают важность своего трудного жребия, но понимаешь ли ты? Опять болтовня? Может, мне послать смерть за чаем или займемся делом? Ярость. Твоя роль в истории еще не написана. Мне интересно, зажжешь ли ты пламя мироздания вновь или окончательно растопчешь его тлеющие угли? Сны куда интереснее, чем явь. Знай я, что новый договор так увлекателен. Еще тогда бы дала войне отрубить мне голову. Можно ли умереть со скуки? Буйство. Тоже скучаешь? Или ты просто ленив? Не люби я тебя так сильно, убила бы, чтобы хоть чем-то заняться. Зов? Наконец-то. Прошу, 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 скажите, что нужно перебить планету демонов. Или две. Война? Что за жалкую судьбу ты навлек на себя, братец? Следи за языком. Быть может, меня чтят меньше прочих всадников, но меня за мой язык на цепь не сажали, как собаку. Ярость, подойди ближе. Полагаю, снова нужно кому-то все уладить. Ты остранный язык, но права. Война презрела беты, данные совету, и разрушил седьмую печать. Апокалипсис. Но зачем ему? Мы не знаем. Пока что. Пока мы говорим, земля гибнет под копьями небес и молотами ада.
Значит, всадникам пора седлать коней. Нет. Пока совет пытается выяснить, зачем и как предатель война совершил столь немыслимое деяние, есть другое дело, что заслуживает тонкого подхода. Вам стоило призвать Раздора. Тонкий — это про него. Семь смертных грехов выпущены на волю. Кем нам неизвестно. Но они рыщут по земле. Они томятся в нашей темнице. Равновесие между порядком и хаосом уже на волоске. Семь грехов не должны остаться без надзора. Война в оковах. Смерть пропал. Раздор занят иными делами. В последний раз, когда вы противостояли грехам, понадобилось собрать вас всех вместе. Я и во сне с ними справлюсь. Но когда задача будет выполнена, я требую своего законного права возглавить всадников. Если ты готова обменять послушание на это право, да будет так. Но впредь не смей ничего требовать у нас, всадник. Ты отправишься немедленно. Приветствую тебя, госпожа Ярость. Признаюсь, это неожиданный поворот. Наблюдатель, сомневаетесь в моей верности? Прошу, не сердись. Я ведь твоя поклонница. Даже не так. Я твоя фанатка. Ты же та самая всадник, единственная и неповторимая. Хватит! Я позволю тебе сопровождать меня, но не путайся под ногами! Я стану твоей тенью. Стремительной. Тихо. Еще тише! Ступай. Найди место, что называют убежищем. Твой поиск семи смертных грехов начнется там. Ярость, подожди. Я... Чтобы между нами не было, загляни в свое сердце. Ты ведь не веришь, что я виновен в этих преступлениях? Что-то не так со Вселенной. Будь настороже, Ярость! Они сговорились против нас! Запомни мои слова! Thank you.
Убежище. Убежище для кого? Паразитов? Для людей, госпожа. Прелестно. Строить дом на песке во время конца света. И куда же мы теперь должны идти, наблюдатель? Я знаю лишь волю совета, госпожа. Наш поиск семьи начинается здесь. Зависть. Мое! Люди! Убежище! Все здесь мое! С дороги всадник! Не то и сама станешь моей! Я на задании. Людей защищать? Люди уверены, что мироздание благоволит им. Но они лишь обезьяны, что присмыкаются в грязи. А ты еще та завистница. Я заберу все, что у них есть. Когда у них не останется ничего, они станут моими игрушками. И я буду забавляться, пока они не сломаются. Тебе меня не остановить! А я и не собиралась. Человечество ужасно переоценено. Я здесь не ради них. Я вся твоя. Нет! Чего я хочу? Ты недостаточно хороша, чтобы победить меня на колени. Раз.
не поняла, что мое, то мое! Чего я хочу?